Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике будем разблокировать Samsung A53 от экранной блокировки и от Google аккаунта. Конкретно этот случай интересен тем, что в меню Recovery нет пункта Wipe Data Factory Reset. Сейчас продемонстрирую. Чтобы принудительно выключить новые модели Samsung, нужно зажать и удерживать все три кнопки до тех пор, пока экран не погаснет. Чтобы после этого зайти в режим Recovery, нужно, чтобы смартфон был подключен кабелем к компьютеру. Затем должен появиться индикатор зарядки. Дождитесь, чтобы индикатор исчез. Нажмите и удерживайте кнопку прибавления громкости. Нажмите кнопку включения на 2 секунды. Когда появится логотип Samsung, кнопку прибавления громкости можно отпустить. Итак, мы попали в меню Recovery. Есть пункт Wipe Cache Partition, а пункта Wipe Data Factory Reset нет. Скорее всего, это из-за того, что на смартфоне настроен родительский контроль. Кнопкой уменьшения громкости двигаем курсор до пункта Power Off. Кнопкой включения подтверждаем. Теперь, чтобы ввести смартфон в режим прошивки, нужно нажать и удерживать обе кнопки громкости и подключить смартфон кабелем к компьютеру. Отпускаем обе кнопки и коротко нажимаем кнопку прибавления громкости. На компьютере запускаем программу Odin. Выставляем файлы для прошивки, как на видео. В папке с прошивкой есть два файла CSC. Для того, чтобы пароль стерся, нужно выставлять файл CSC без слова Home. Файл App я выставляю последним, так как он самый большой по объему. И подсчет контрольных сумм занимает пару минут. Поле User Data оставляем пустым. Нажимаем Start. В прошивке смартфонов Samsung есть свои нюансы. Желательно выбирать прошивку того же региона, который уже установлен в смартфоне. Менять регион, конечно, можно. Иногда это делают специально, чтобы разблокировать некоторые функции. Но если клиент не просил менять регион, шейте родной регион. Нельзя понижать версию загрузчика. Вы просто не сможете это сделать. Odin не прошьет эту прошивку. Вообще, в каждом деле есть свои нюансы. Можно снять целый ролик, посвященный прошивке Samsung'ов. Телефон прошился, но мы решили только половину проблемы. Чтобы убрать блокировку по Google аккаунту, заходим в экстренный вызов, набираем команду звездочка решетка 0 звездочка решетка. На этом телефоне старая прошивка, патч безопасности за октябрь 2022 года, и Unlock Tool справляется с данной проблемой. Запускаем Unlock Tool на компьютере, выбираем бренд Samsung, вкладка Security, подраздел Functions. Кликаем по кнопке COM Remove FRP 2023. Выбираем четвертый метод. Следим за тем, что происходит на экране смартфона. Нам нужно дать разрешение на отладку по USB. И сделать это нужно несколько раз. Программа сообщила нам о том, что все прошло успешно. На экране смартфона нужно выбрать UpCloud и нажать «Всегда». Позже. Да. Появился рабочий стол, но сверху в шторке уведомлений висит одно неприятное уведомление. Чтобы его не было, нужно сделать сброс до заводских настроек через приложение «Настройки». Открываем приложение, в строке поиска набираем слово «Сброс». Выбираем пункт «Сброс данных», «Сбросить», «Удалить все». Если вам понравился данный ролик, возможно, понравятся другие ролики на моем канале. Подсказки сейчас появятся на экране. До встречи в новых видео!